благословению патриарха. Видно? Во славу Божию возьмете? Только читайте. Бесплатно. Слово Господне, шедшее с небес. Спасибо, Слово. Читайте только, молитесь. Потому что Господь призывает к чтению Священного Писания, к изучению. Не просто, чтобы оно на полочке стояло, а чтобы сердце у нас было. Читайте Слово Господне. Слава Господу. Бесплатно. По благословению патриарха Кирилла. Пожелайте. Спасибо большое. Слава Христу. Самая информация для спасения души. Можно скачать, слушать Златоуста и толкование на Святой Евангелие. Живите по Слову Божьему. Господь заповедует, изучайте, следует Слову Божьему. Бога ближе. Вот сюда, вот этот вокзал. Что Иван здесь 20 распространяет. Слово Господа Иисуса Христа называет ему. Господь к вам обращается именно в этот момент. Ныне, когда услышите голос Божий, не ожесточите сердец ваших. Бесплатно. Бесплатно распространяет. По благословению патриарха Кирилла, святейшего патриарха. Визиточку можете взять. Здесь смотрите, вот у нас канал YouTube. Наша страничка на Mail.ru. Здесь очень много духовной информации. Крещение, как правильно происходит, погружение. Во славу Божию. Читайте, изучайте. У нас говорят, что мы тоже протестанты. Православие речь, когда очень любят Библию, Слово Божие. У нас православные здесь читают. Возьмите, возьмите, пожалуйста. Там ответы на вопросы вот эти Библии. Толкование святых отцов. Возьмите ваше толкование. Я бы сам стал бы протестантом, как бы не толкованием. Здесь можно заключать толкование, священное писание на читание. Господь призывает исследовать Слово Божие. Можно каждый день читать, как пища для тела, так и это Слово Божие для души. Здесь возьмем долбиться сумку. Да, Господь признает. И мы по Слову Божию. Библия. Где же она у вас? Сумки. Да, слава Христу. Вот это часть Библии. Это можете пожелать. Я понял. Видите, шрифт какой я большой. Я продаю Евангелие. Тоже. Святое Евангелие возьмите, пожалуйста. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот сайт православный. Это повторение типа знаний. То же самое, что в Библии. Это и есть часть Библии. Да. Часть Библии. Это... Вы знаете, Библия с этим состоит. Из Ветхого, из Нового Завета. Читали, да? Но это хорошо, что читали. Но надо не просто читать, а исследовать. И жить. Вот исследовать ее трудно. Начинаешь новый завет. Для этого есть толкование. Начинаешь старый завет лезть. Да. Они связаны друг с другом. Я возьму. Да, во славу Божию. А вы из Барнаула там? Нет. Нет. То у нас в Барнауле занятия проходят по изучению слова. Надеюсь, что остались в Барнауле. Вот. Там на обратной стороне телефоны. Я приехал на работу. У вас приеду в пятницу занятия. Мне бы вот хотелось здесь, знаете, еще найти. Какую улицу у вас? Зоопарк. Очень богатая духовная информация. А это видео для пожилых. А это бабушек, какая Евангелие? Это 4 Евангелия, Святой Евангелие. От Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Смотрите, по благословению. Читайте. Нет, то есть наоборот. Видите, да? Ну да. Короче, на Поэтому пожилым это очень ценно. Да и вы тоже потом в дальнейшем будете видеть. Читайте, исследуйте Слово Божие. Не просто нужно его читать, а еще исследовать. А где вы находитесь вообще? Мы в Барнаульске, мы православные христиане. Вот, а здесь а православные можно это где? Скачать. Это где? Это вот я вот там с Мамонтова приехал. Мамонтовский район. В гости приехал к друзьям.
это наша православная церковь. Учится, учится в семинарии сейчас. Учусь в семинарии. Здесь, да, вот экзамены удачно сдал. Вот. И здесь, слава Христу, здесь вы найдете очень много духовной информации. Можно скачать и слышать в машине, хорошо, наушники, диктофон. Хорошо, ладно, спасибо большое. Следуйте слову Богу. Богом, храни вас. Спасибо, Господи, вас. Святое Евангелие бесплатно, пожалуйста. Пора освобождать. Святое Евангелие бесплатно. Православные люди читают. Святое Евангелие бесплатно. Бесплатно Святое Евангелие, православная церковь. Возьмите во славу Божию и живите по Слову Божию. Святое Евангелие. Святое Евангелие, православная церковь, бесплатно распространяет. Девушки, возьмите бесплатно. Слово Господне, которое нужно исследовать, изучать. Вот смотрите, здесь православный еврейский сайт, и там есть толкование Священного Писания святителя Иоанна Златоуста. Можно скачать и слушать. Выйти на наш форум, на канал YouTube, и там очень много духовной информации найдете. Это православная церковь, девушка. Это можно не сектант. Конечно, конечно, мы вам даем. И книжечку, а вот да? Евангелие вам бы тоже надо. Да, придется тебе достать. Да не, мы вместе же читаем. Вместе? Ну возьмите вместе, во славу Божию. Господь призывает к покаянию. Скоро будет второе пришествие. Уже признаки второго пришествия начинаются. Войны по местам, вот на Украине, в Сирии. Это все признаки второго пришествия. Господь скоро придет. А если мы не покаемся, нас Господь в чем застанет? В чем застану, говорит Господь, то мы буду судить. Поэтому нам нужно читать Слово Божие, каяться во грехах, ходить в храм. И там участвовать в таинстве. Это путь спасения, который нам Господь Иисус Христос принес на землю. Иного пути нет. Поэтому читайте Слово Божие, изучайте его. Через наш форум, сайт, вы выйдите на нас, и там найдете очень много духовных книг, духовной информации. Вы где живете? Здесь? Местные? Нет, не местные, приезжие. Не местные, приезжие. Учитесь, наверное, здесь, да? Да, учусь. Слава Христу. Вот нужно быть ученицами и учениками Иисуса Христа, у ног Его сидеть, слушать Слово Божие, молиться, читать Евангелие, толкование святых отцов, чтобы встреча со Христом была. Встреча и рождение Христа – это самое главное. Мы жизнь проводим здесь для того, нам Господь говорит, чтобы мы встретились с Ним, чтобы познали Бога, участвовали в Его таинствах, то есть были в Его церкви. В этом смысл жизни. Сейчас люди, к сожалению, ищут смысл жизни материальным. Это обман. Это все стремительно проходит. Как трава отцветает, как Священное Писание говорит. Цветет трава, и все, и нет этого цвета. Так и человек растет, потом стареет, умирает. А куда душа ему идет? Душа-то вечная. Поэтому задумайтесь о вечности. С Богом, храни Господь вас. Один, скоро будет пришествие в Мессии. Второе пришествие Иисуса Христа. А сможете ответить на вопрос? Какой вопрос? Почему он допускает такое, что творится в мире? Господь нас сотворил, не марионетками, а свободной волей. Свободной. Поэтому мы сами выбираем путь. Нет, нет. Или к Богу, или мы служим дьяволу. Понимаете? Хорошо, но если он творит, значит он жесток. Нет, по отношению Господь, к своим. Господь все тем, сделал кому для спасения. Он создал. Подождите. Вот, вы послушайте, чего. Да, я слушаю вас. Вот то, что сейчас, смотрите, допускается среди славян, так? Вот почему-то вот мусульман, так, в основном в буддизме, буддистов, так, в этих такого практически нет. А мы славяне мы друг друга убиваем, режем, ужас что творим. Вот все, Украина, Россия, да? Вот. Но это не Украина, Россия, конечно, так? Вот. Вера это одна. Да? Почему он допускает это? Почему не алюминий нельзя? Может по-другому, может что-то. Вы читали вообще Святой Евангелие? Подождите. Это другое. Нет, вы сейчас мне вопрос задали, я хочу вам ответить. Не, вы мне вопросом отвечаете. Вы мне отвечаете, вот мне вопрос задаете. Последовательно, вопрос. Да. Если вы читали от Луки 13 глава. Нет, там случилось... нет, я полностью не читал. Так вот выслушайте ответ. Там случилось так, что башня Силаамская упала и погибли люди. И второй момент, что там Пилат отдал приказание, были порублены
иудеи. Господь говорит, Иисус Христос, это его прямая речь. Думаете, они грешнее были? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете. Господь ждет покаяния от всех нас, от русских, украинцев, белорусов, от американцев. Какая разница? Он творит все новое. У него нет национальности. Нет уже, говорит, ни Елена, ни иудея, ни варвара. Смотрите, немцы покаялись, так? За историю Второй мировой войны. Подождите. Покаялись, так? Вот. Было их покаяние частичное, да, можно сказать. Так. Они преступников казнили. Был 61-й год, да. 20-й здесь партии, так? Тоже покаялись в сталинских репрессиях, так? Вот. Подождите, и те и другие, знаете, покаялись. Там такого покаяния не было. Ну как, корни не осудили, было? Корни не осудили. Вот. Ну вы задавайте вопрос по Евангелию. А при чем Евангелие? По Евангелию? Я хочу сказать. Это хорошо, слово ладно. Господне, это возьмем истина. Как? Подождите. Давайте возьмем 10 заповедей, так? Так? 10 заповедей. Хорошо. И 10 пунктов, так, морально ходят в стиле коммунизма. Ну, в чем что? Различие? Главное это различие. В чем? Главное, если различие, будем считать, что хватит. Не хотели Царство Божие сделать, так называемое, на земле, без Христа. Чего быть невозможно. И просто обольщали кого? Народ. Обольщали народ. Ну вот, теперь дальше смотрим. Ну, понятно вам ответ? Понятен? Что без Христа, без Бога хотели они это сделать. Нет, и все это ладно, крах. Еще ну, как нет? Так последнее получается. Говорю. Тогда я последнее говорю вам. Так? Я вот не знаю, зачем снимать или для чего. Для вот, истории. Для истории. Потому что хорошо. Людям понятно, это благовестие понятно. Нужно смотреть. Нет, понимаете, я считаю, что, допустим, я был всю жизнь, я политработник, поэтому, наверное, понял, бывший. Ну, не бывший, не важно. Новосибирский учитель закончил. Вот так я в своей жизни, я крещен, так как положено, все. Вот. Я даже как будучи в форме, за курсантом еще будучи, да, я крестно всегда говорил, что я когда в любой город приезжал, так, в любой город приезжал, я сначала шел, смотрел стадион и церковь. Это было в 60-е, 70-е годы. Вот. И делал вывод, да, какая инфраструктура города, чем они занимаются. Это два показателя было. Стадион и церковь. В каком состоянии? Это давало очень много ответов на вопросы. Вот, это раз. Вот. И потом, какой у меня вопрос в том, что когда началась Вторая мировая, так, то есть когда немцев, фашизм, вернее, немцы нельзя говорить, фашист пошел на Союз, Западная Украина, да? Только присоединили недавно. Вы знаете, что Западная Украина, она очень набожная. Ну как она? Набожные люди, набожная, да? Набожная, да, очень набожная. Примерно до Днепра, так это очень набожная была. Да, Украина вообще по сравнению с нами, она более набожная. Вот. И вот там были кадры документальные. Вот там говорят, блин, это все прочее. Ну вот, скирта стоит. Вы понимаете, скирта, да? Ну, стоп. Ну, ой, как она? Ну, понятно. Солома там. Или солома там, или не важно. Ну, вопрос-то в чем, покороче. Да. И там девочка, так, и мальчик. Фашисты идут, это самое, сжигают деревню, да? И вот я с тех лет, с тех пор, когда я увидел первый раз, мне было где-то лет 14-15, да, когда я эту хронику видел, ну, я так уже немножко понимал, конечно. И она кричит, рятуй меня, Боже. Рятуй меня, Боже, этим братом, понимаете? На это дерьмо, понимаете, фашистское. Он подходит и сжигает его. Стоп, я знаю ответ, я знаю, что... Понимаете? Вопрос вот, какой? С тех пор... Почему он не спас их? Он всесильный. Все остальное отбрасываем, понимаете, отбрасываем. Почему эту девочку с этим мальчиком не спас? Это ее сила была. Это не высшее проявление было чувства. А он же такой же, как все остальные, тогда, знаешь, бесчувственное прочее. Потому что эту девочку и мальчика можно было спасти. Как исключение исправиться все. Понимаете, нет? Это раз. И второе, так, вот что на душе идут. С 91 года КПРФ, так, Коммунистическая партия Федерации, так, сейчас Российская Федерация, верующих, так, 30 тысяч членов партии. Верующих. Потому что в политиках веры, не так, изменилось. То есть ошибка это было признано все прочее, понятно? Вот. Поэтому я считаю, что ничего страшного. Верующий человек, ну, даже более надежный человек. Какой вопрос еще вы хотели? Да, в принципе, почему не спас, еще что? А? Почему не спас? Да, один, почему не спас?
Я знаю ответ, что вы скажете. Вы все отвечаете. Вот вы знаете. Пример. Же. Вы знаете. Вы повторите сейчас просто всех. И в то же время не знаете. Потому что здесь океан мудрости Божией. Нет. Если толкование... Вы меня не понимаете. Вы меня не понимаете. Вы знаете, почему мы друг друга не понимаем? Потому что почему не спас именно эту девочку и мальчика? Так это не вознес как-то, не утнес, не затушил пожар. Если вы будете изучать Слово Божие, вы все там это найдете. А так почему? Вы в Боге, с Господом в конфликте находитесь, примирения нету. Почему? В каком конфликте? У меня есть друзья среди батюшек. Нет, среди друзья это одно. Если ваша личная встреча с Христом была или нет? В чем я должен покаяться? У нас есть грехи, потому что написано, все согрешили, лишены славы Божьей. Мы родились уже согрешили. Если понятно. Человек говорит, я не грешен, он обманывает. Я не сказал. Себя. Я или, не сказал. Например, в чем мне кается, вы говорите. Не, я сказал, в чем я согрешил. Все согрешили. Они в чем не каятся. Но у каждого мы надо все знаем, чем каяться. Встреча есть. С Господом и разобраться, в чем же я согрешил. Упасть на колени и плакать. И что это даст? А это даст то, что у вас душа обновится. Туда что, что вот эти вандалы, смотрите, вандалы, которые нами рулят, да, они до сих живут пропивающе, понимаете, нет? Видите, и ничего их не трогает. Мы вот с братом, мы не ожесточенные, мы молимся за всех. Мы за Путина, за Порошенко, за всех молимся. Потому что нам зачем? Господь это заповедал негодяи. Любить врагов. Это негодяи, которые обогащаются через наших глаз. Каждый ответит по своим. Когда? Дела. Когда? Каждый ответит. Когда? Вы будете брать сайт? Вы, вот эти вопросы, которые вы, ну, если даже не удовлетворились моим ответом, вот здесь все найдете это. Вопросы-то у вас глубокие, интересные. Возьмите сайт просто. Да нет, это возьмите. Но вот это дело меня всегда пугает. А что пугает? Это же крещение. Вот смотрите, какое оно должно быть. Погружение. Если у вас не было такого погружения, это не крещение, это обман. Да? Да, оно должно. Само слово крещение называется погружение. То есть церковь это обман крещения, да? К сожалению, так. Батюшки обманывают. Еще патриарх Алексий покойный говорил, каких, говорит, бандитов набрали церковь. Это его слова прямые, прямая речь. Он, кстати, вы говорите, зачем снимать? Он говорил, снимайте, это все история. Там в алтаре тоже не хотели, он говорит, снимайте. Поэтому исследуйте Слово Божие, у вас это будет разрешение, оно как бы противоречие. Но когда вы к Господу вы знаете, придете что? Искренне, не, покайтесь, вот я с этим самым. Этих не будет противоречий. Вот первый я еще в чете был, так? Нет. Я когда пришел, посмотрел на этих Господ Божий, так, служителей Господа, Мерседес и прочие, понимаете, нам далеко до этого было. Вот. Троицкий район, наверное, вы знаете, да? Вот. Построили церковь, да? А вы в заводском случайно не были? Да, заводском. Так я в заводском и служил, кстати. Когда? 96-97 год. Здравствуйте. Год я там служил, после Троицка университета. Приезжали. Я уже, будучи верующим, служил, да. Не, из Троицка приезжали, скорее всего. Не из Троицка, я сам заявился на район. Я служил именно там, в заводском. Подожди, я с Барнаула я призывался. Подожди, а, служил? Да. Ты должен меня знать тогда. Да. Ну-ка, вспоминайте. Ну, что-то так я припоминаю вроде бы как. Начальник охраны. Ну вот, может быть, да. Поймите, можно вам я вам скажу? В Слове Божьем так написано, ибо всем нам должно явиться перед судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. То есть каждый сам за себя ответит. Священники сами за себя ответят. Вы лично ответите сами за себя. Я тоже сам лично за себя. Да я не против. Вот это главное. Не в этом дело. Ну, хотя мы так потому что они подают соблазн другим людям, они за это нет, будут отвечать. Я всю жизнь питаюсь на это. Все до лампочки, понимаете, все остальное. Самое. Я всю жизнь с 15 лет, почему он не помог этой девочке? Потому что в этом есть воля Божия, и в этом надо смириться. Значит, вот и все. Он плохой. В этом он написано плохой. Господь искоренит. Он такой же, как и Путин, как Порошенко. Бог как есть это... любовь, и полюбил он уничтожать почему целых. Почему не спас потому детей, что они не хот... невинных детей? Не почему-то, не откуда вы знаете невинных? Они, может, в Царстве Небесном уже сейчас с Богом находятся. Вы же об этом не знаете. Девочка, если вы говорите, она молилась, она может быть спасенная, а вы сейчас о ее теле беспокоитесь. Душа-то бессмертная. Да. Она может на небе давно, а вы ожесточенные, почему он не спас? Я не ожесточенный. Не надо я ожесточать. Ныне, сам. Когда услышите голос я Божий, не ожесточите не сердец ваших. Короче, резюме такое. Вот. Я считаю, что верующий человек – это надежный человек. Верующий. Понятно? К сожалению, в самой церкви же особо течение. При этих самых 30-10-10. Вот здесь все это найдете. Здесь есть сектанты, материалы очень богатые. Да нет, мне уже... Очень хорошо, богатые. Еще, значит, если вы служили там,
Ой, работали. Отец Геннадий, служил, да, вы при вас? Служил. Отец Геннадий, да. Видите, как начинаем вот так. Слава Христу. Да. Это не случайно встреча, это Господь все уже. Вот вы идете, мы тут стоим, мы распространяем Слово Божие. Не, ну я мог пройти, конечно. Это все Господь устраивает. Вас Господь призывает к спасению. Это не случайно встреча. И вопросы у вас неразрешенные какие, все вот здесь найдете. Вот Святое Евангелие, смотрите, крупным шрифтом, по благословению патриарха Кирилла. Это для тех, кто плохо видит именно. Есть, читайте, исследуйте. Там вот эти вот вопросы, вы найдете ответы. И будет у вас такая полная картина, зачем Господь так, его воля, промысел его. Это не милосердие. Милосердие Господь уже произвел. То есть Он пришел на землю, Он искупил нас от грехов наших. Теперь каждый человек, чтобы направился ко Христу, покаялся. И каждый будет, брату сказал, отвечать за свои дела. Президент за свои. Кстати, написано в Писании, с начальствующего строгий спрос, с начальствующего. Его очень непросто. Да, там президенты масонские, ну и что? Мы-то будем за свои дела отвечать, мы за свои грехи, а у нас их куча, поэтому не надо их злословить. С начальством еще написано не злословить. Ну даже вот бывает, я не говорю, что вы, а другие. Ой, такой там Ельцин, там такой-сякой Путин не так. Да, молиться надо за правителей, нам Господь это заповедал. И любить врагов, а это уже невозможно человеку, только при помощи Божьей. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Не с оружием на них бросаться. К сожалению, даже и батюшки на это отталкивают. Да. Окропляют оружие, это же безумие. Господь нас призывал к миру и к благовестию святого и священного и с обоих сторон. Да? А здесь вот такой даже момент. Сейчас бы встали на колени. Вы говорите, там верующие украинцы, и там на Донбассе. На колени и молиться, и никакой бы войны не было. Они хотят, чтобы... Ну почему не поставили? Все не было. Почему не каждого это зависит. Тут стал я уже всемогущий. Оружие не стал брать. Я служил заводском, я оружие лично не брал. Это не оружие. И присягу я не принимал. А кто был? Потому что сейчас я не помню. Поэтому вот так каждый бы пошел по этому пути, по божескому. Войны бы не было. Мы мирное племя христиан. Но у нас духовное брать. С духами злобы поднебесной. И мы несем благую весть. Поэтому не автоматы Калашникова брать, а вот меч обоюдоострый, Слово Божие. Я вам говорю, этим мечом я и себя обличаю, и на вас он направлен, чтобы отсечь все греховное. Вот он, меч обоюдоострый. Поэтому вы здесь не случайно. Это Господь вас послал. Вы обратитесь и вот сюда. Здесь богатый материал, очень богатый. И вот эти все вопросы Господь разрешит. Видите, по долгу своей работы... Прочее. Мы тоже изучали это все. Вот. Видите, там наука была научный атеизм. Ну конечно, это вот. Какое там изучение было? Так, поверхностное. Поверхностное, да. И вот. Толкование не знали, заблуждения были. Если хотел, я, вот, где бы меня судьба не забрался, я всегда ходил. Смотрел это дело. Вот я считаю, что вот. Это признано сейчас, даже вот этим. А все-таки вы знаете, что следующая информация народной власти, да, экономическая информация, безусловно, после капитализма, социализма, ну, не получилось, 70 лет просували, да. Вот опять победили вражьи силы, вот, та же церковь тоже раскололась, кое там помогают этим буржуям. Подавить народную массу. Ну, все. Понимаете, надо со Христом жить. И тогда будет радость. Мы встречаемся с братьями. Я приехал с Новомосковского района. Поем песни о Христе. У нас не какие-то. Да песни. Никто не против, я же говорю. У нас братство во Христе. Вы знаете, у меня в компьютере. Это радость уже, блаженство. У меня в компьютере, земле. Так, в компьютере забито два таких самых. Вот духовные песнопения, раз. А вот, там 600 там песен, да, примерно, да? И там, да, кое-что для истории, так для себя. Ну это же единица, понимаете? И вторая там кассета, вот, ну, различные выдержки, все прочее, как учеба. Вот, тоже слушаем тогда, тоже поем. Даже больше скажу, да? Где ты? Вот, даже Ленин всегда живой, да? Вот, песня, знаете, да, помните? Христос живой, Христос воскрес, а не Ленин. Нет, 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 нет.
Вот. Какой же он живой-то? Ну, помните, да? Я понял. Помните, ну, понятно, что это обольщали. Так вот его... Ладно, смело товарищу мол. Смеем тему. Так? Вот, так? Его можно петь на церковный зал. У нас, кстати, есть песни, переложенные на Библию. У нас есть такие таланты. Вперед, вперед, небо нас ждет.